Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас отличнейшая исходка. Продолжаем играть в Warzed. С нами Алекс самый позитивный, Олег Брейн, паукообразный и дядя Женя. О, какая компашка собралась, а? Да, компашка. Пошли лутать, да? Типичная компашка. Что, пошли брать штурмом? Да-да-да, штурмом, блядь. Главное биту не погнуть, а головы этих тупых... Да, гвозди терять. Сбитый. У вас есть чем-нибудь из оружия? Мы вооруженные, мы же сказали. Давайте споем что-то. Мы так дружно бежим. Да, кстати, у нас новая фишка. Мы наконец-то разобрались с группами. Я чисто случайно заметил. А теперь мы ночью подсвечены все. Давайте включим карты. Карты включим. Включу карт так. И мы все показываем. Ефрейторы, блин. Да, серьезно? Где это показано? Ефрейторы. А где это показано? А вот галочки желтенькие. Ефрейтор же. А, точно. А, это звание, что ли, такое, ты думаешь? Ну, да нет, нет, я просто так сказал. Да нет, это желтый... Погоны, погоны. Так, куда бежим? Что? Наехал? Я что-то не могу. Че-че-че? А, все. Я как-то приближаю, а оно мне как-то в сторону показывает. Я что-то не понял. Ладно, побежали. Давай с музыкой, Алекс, спой нам что-то. Да, давай что-нибудь споем. Маруся, от чистой слезы льет. Как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап-кап. Из ямы Маруси падает прямо на копье. А из современного, Алекс, из современного что? Знаешь, такие четыре пули пролетело так. Из современного, давай. Давай Лепсов поем, блядь. Рюмка водки на столе. А что ты знаешь из Лепса, блядь? Давай из Лепса споем, я нихуя не знаю. А, блядь. Давай из Лепса. Из Лепса. Слушайте, а там разве не свет не должен гореть? А это сейф-зона, куда мы идем? Какая нахуй сейф-зона? Это же эхо-компаунд. А там свет разве не горел прожектор всегда? Нет, что-то не горит. Так вы ёбнули, наверное, нет? Слушайте, вы смотрите на гору, потому что там очень часто сидят. Все встанет. Музыка, тревожная. Сагрили. Мюзик. Троих сагрили. Хриплётинка, блядь. Зомбатрония бежит. Зомбатюни, да? Зомбатрюни. А хули на тебя два сагрили? Трое вообще-то, я троих повалил. Давай, пошли. Обалдеть. Давай первый, я пустую сам. Нет, ну там же все горит, смотри. А, да-да, как-то тускло, блядь, по-моему, нет? Хуёвый фонарь, ну как хуёвый это фонарь. Было? Такая во всем виноват хуёвый фонарь. Хуёвый фонарь, блядь. Всем привет, с вами хуёвый фонарь, блядь. Позитивное прохождение хуёвого фонаря, блядь. Решётка, блядь. Фонарь на решеткой, блядь. Подожди, я не могу смеяться. Самое позитивное прохождение хуёвого комара. Самый яркий комара. Паук-фотограф не менее смешно, чем хуёвый фонарик, блядь. Так как лутать мы тут не можем, мы бежим с Молвиль, да? Или подождите, давайте куда-то в новое. Давайте на базу, нет? Да, на какую базу? На Эмеральд, по-моему, или как он там называется? А, Норд... Военный, что ли? Норд-Айленд, или как он там? Норд-Айленд. Тихо, агрится, хуй плет. Тихо, где? А, вот он, блюдок. Так, ну что, давайте за мной, я проведу вас. Тихо в лесу, только не спит зомбак. Уши свои он повесил на сук. Яйца вроде бы, да не уши. Эти оружия. Женя знает лучше, да? Что там кто нахуй вешает? Ой, на сук. Что-то темно и позитивно, блядь. Так, смотрите, что там за решеткой есть? Что-то? Помидорчик, блядь. Помидорчик, вот там, смотри. А, блядь. Что там за решеткой? Там же, ну, за решеткой что-то было. Что там? Зомбак. Кто-то рычит. Тихо. Сзади, ребят. Кто-то рычит за решеткой. А вот сзади, да. Я сагрил. Где ты его только обнаружил, ты? Вот еще. Ой, еще один бежит. Аккуратно. Да. Сзади. Ёбаный ты хуй. Алекс передоз бьет их всех. Вот, все, готово. Ёбаные свиньи, погоди. Че, ты живой? Это у кого-нибудь лекарство есть? Мое лекарство — это моя бита, блядь. Я ориентируюсь только по желтым этим вашим штучкам. Да, кстати, очень удобно. Не потеряешься. Я вообще нихуя не вижу. Беги, а ты умрешь, да? Тебе надо что-то взять.
Это месть, блядь, пишет. Блядь, давайте Смолвиль тогда двигать. Мы до базы не дойдем. Нет, ничего нет, вообще пустой, голый. Вообще пусто, да. Блядь, или вернуться обратно на базу, что ли, на эту ебаную, да? Может, там что, отреспанил? Глупо, да? Да, глупо, да. Вряд ли, видимо, да. Значит, смотри, самый лучший вариант — это лутануть сейчас Смолвиль. Ты дотянешь до него? Ну, я надеюсь, что да. А сколько жизни у тебя? В ногах вообще просто выпить. Просто в ногах? Я могу выпить соду, у меня может... там соду. А может перезайти на этот сервер просто на другой? У нас респауни же рядышком тут. Нет, а я же в любом случае, у меня же, ну, в жизнях же будет в любом случае такая же хуйня. А мы можем... Он ее не восстанавливает жизнь. Мы что мы можем, блядь? Да чуть ладно, ничего, ну, мол, похуй. Тихо. Да пошли в полы. Ой. Побежали на шифте. Вот бежит. Двое бегут, еще один справа. Я нихуя, блядь, нахуй не вижу просто. Ой, двое, блин. Убегай, все, бежим. Куда бежать? Я нихуя не вижу, у меня такая не ветер в глазах, блядь. Я только ориентируюсь по желтым вот этим маркерам. Бью. Ой, блин, в ногах, блядь, не все. Мы меня пробежал, сломя пол. Убегаю. Беги. У меня все, хана вообще. Беги, кто выскочил, кто завис. Ребят, кого-то ёбнули. У меня убили. Меня зомби съел. Ой, там кто-то стреляет с пистолета. Стреляй. Бля, ребята, с трех... С трех или четырех сторон стреляют. Они по этой самой, по местности прямо распределились. Слушай, блядь, а как это? Подожди, у меня выстрелы возле елки на вершине, это нормально? Да, у меня справа еще один выстрел. У меня было в трех разных точках выстрел был. Я кто убил? Меня зомби съел. Я делухи какой-то убил. А вот меня убежал. Прибежал. Вот он. Во, вижу. Слушай, двое, да, прибежал. Должно быть трое. Ладно, включаемся, да? Да, это мы закончим эту серию. Я посмотрю. Все, всем пока. Тогда давайте, знаете, что делать? Добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр, это Алекс самый позитивный, у нас тут стоит Олег Брейн, у нас тут стоит дядя Женя, у нас тут стоит паукообразный, мы все играем в игру WarZ, в которой нас постоянно убивают, в которой мы постоянно стремимся вздыхать сами самостоятельно, и где-то тут с решеткой, где-то решеткой, ну-ка. Какой решеткой? Читай глобал. Сука, мечты отзывайте просто. По карте Брейн. Что я в эфире? Эйфории. Он узнал вас. Кого-то. Алекс Вордлайн, да. Привет. Алекс, привет. Алекс. Почему я Алекс? Астерикс, Феликс, блядь. Сука, ладно, пойдемте. Алекс, какой-то школьник, блядь, да, наверное, пишет? Да, это пишет наш Брейн. Какой-то школьник. Это было эпично. Это школьник. Че как сами? Так, ладно. Запалил. Ты знаешь, что проксимити это палево? Они теперь знают, все, кто рядом, теперь проксимити знают, что когда будет самп или когда там, блядь. Не, оба не знают. Алекс, когда сам. Через И. Александр, а вы как вообще? Нормально? Ну, к Алексу часто пишут, что он Александр. Да, что я Саша почему-то. А, Санька. Кстати, Алекс, меня один раз под видео написали Алекса, когда будет там какое-то прохождение. Но я пишут, не понимаю, как можно спутать разных людей. И... Не знаю, что я как-то. Ответил на это. А, не, Саня суперпозитивный вообще звучит, да, согласись? Саня суперпозитивный? Саня суперпозитивный. Да, Алексей вообще. Сашко, блядь, установи все игры. Ребят, давайте я пойду сагрить. Сейчас сагрить. Не паль. А у меня оружия нету, я понимаю, но эпично будет, если все сагрятся. Знаете что? Тихо, не надо никого. Сагрили. Кто сагрил? Какого хуя, кто это сделал? Не, погоди, зря ты это сделал, потому что нам сейчас надо будет в дом. Давай в дом. Бля, вот нахуя мы сюда столько шишек? Не, нас не убьют, все нормально. Конечно, не убьют нас. В лес просто идем, в лес. Не надо в дом. Какой нахуй лес, блядь? Форест Гамп, блядь. Тут где-то оружие должно было лежать, ебаный свет. Нахуй, тут нет нихуя никакого оружия, только сок лежит. Сейчас я отвлеку, погоди, кто там на машине стоит? А, все возле кто меня. Кто на машине стоит? А, это Женя их отвлек. Все возле меня. Так, ну что мы делаем? Тебе стой пока тут. Блядь. Там зомби, я думал, это человек. Хуеть можно.
куча, вообще человек 10, наверное, здесь вокруг мечется. Ты эпичный, блин, серия. Ходите с машины, хуй его там стоит. Алекс Мурлд стоит. Пукан, ты где? Я только выхожу из дома, и меня встречают фанаты. И они все, Алекс, когда Самп, Алекс, когда Ктулху, блин. Люциус. Я вижу Анкл Сэма. Кого я, блядь, еще не вижу? А, это на меня не сагрит? Ой, ёпт. Бегай. А из машины кто-то что-то забрал, да? Я... нет. Я на машине устаю, у меня там что-то было, короче. Я сейчас... я сейчас вас... Это сам, я сейчас отвлекую, погоди. Я... Все нормально, не ссыте, хули. Сейчас выберемся. Я убежал, Женя, я убежал, все. Я бегу в ресторан, вы как хотите, кто там что сагрил, блядь? Японский городовой. Давайте в одну кучу, давайте в одну кучу. Посмотрите, со всеми бегут по этой. Куда ты прибежал, блядь? Ты чего делаешь? Ох, ё! Человек бежит. Через забор, через забор. Какого хуя, блядь? Чё? Надо мной такая, блядь, компания тоже бежит. Ой, блядь. Беги, 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 ебёныч. Беги. Бегите за мной, ты, ну, ебёныча, бегите. Хуеть, много живой, есть живой. Сука, как ржаться можно. Ай, блин. Бежим, 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 бежим. Так, я предлагаю в пост-офис, наверное, блять. Кто в ресторан побежал? Че там такое? Смотри, какая компания за мной, блядь. Кто в ресторане? Я. Кто? Ты один? Один. Я один, нет. Я тебе веду компашку. Да я уже вы в компашку. Бегите, бегите в пост-офис. Это мясо, ребята. Так вы уже добежали до пост-офиса, ёпт. Вот, забегайте внутрь, блядь, в пост-офис. Как добежать, они рычат. Я не могу добежать. Давай, давай. Не бежите, не бегите сюда, не бегите, тут попа. Кто там? Какой поп? Кто тут? Тут попа. Какой попа, блядь. Чё, какая попа? Какая попа? Посмотри, попа. Блин. Тебя убили? Види, види. Нихуя их там, блядь, вы что, ёбнули, что ли? Там их человек 20, наверное, только за мной бежит, блядь. И я бегу в пост-офис. Да в магазин зайдите. Да что вы делали, блядь? Какой Магадан? Хули они туда-сюда бегают, блядь? Давай я их... Ребят, блядь, ну вы что, ёбнули, что ли? Что вы делаете? Японский городовой. Офис надо, не забегайте в офис. Офис. Магазин бегите. Блин, спосту... Все, сейчас меня грохнут. Все, меня убили. Я был съеден зомби. Блядь, ёбать. Ребят, я возле... Как ты мудак поставил здесь, блядь, решетку? Так, знаете что? Я возле БТРа, и на нем что-то есть. Бля, кого ёбнули, а? Меня убили. Паук вылетел. А кто вылетел? Паук вылетел, меня убили. Алекс, ты мне скажи, там есть кто-то внутри? Я там внутри, блядь. Там все внутри, блядь. Нет, там их, блядь, человек, я сейчас снимаю, тут, наверное, человек 20. А что попробую пересойти? Ну и что мне теперь делать, блядь? Блядь. Так, сейчас попробую пересойти и посмотрим. Давай, давай. Алекс, отвлеки их возле стенки, чтоб я к тебе... У меня тут, блядь, вечеринка такая, сука, а у меня, блядь, нахуй дискотека 90, блядь. У меня тоже около десятка возле меня. Отвлеки. Клики, их, Алекс. Нет, слушай, я вот уже. А я где пукан? Где я пукан? Я после стены прыгаю, блядь. Это я как... выскочил. Они не слышишь, они не отвлекают. Алекс, надо их отвлечь, Алекс. Ну ты понимаешь, да, о чем? Кто-то стреляет, кто стреляет? Я стреляю. Нахуй ты это делаешь? 30 зомбарей. Я не отвлекаю. Ты их не отвлекаешь, наоборот. Смотри. Они наоборот агрятся. Откуда у тебя пистолет? Это я, блядь, твой подобрал. Ты меня убил? Меня убили, значит? Конечно, если ты вылетаешь, естественно, тебя убивают. Как мне к тебе подобраться? А ты можешь как-то выбежать и выманить их? Да, я бы рад, но как тут... Сука, вы бы видели, ребят, это вообще... Конечно, 20 человек друг за другом бегут, естественно, конечно, как не видеть? А где это самое? Короче, ладно.
Ну, как я из последних сил чуть не добежал. Чуть-чуть осталось, не смог зайти, потому что из этого пустого... Я нашел, знаешь, что я нашел? Я нашел Riot Shield. Что это такое? Это защита. Щит, блядь, ёбаный. Place barricade in the quick slot. А, понял. Баррикады, видимо. Ох, заебись, я могу забаррикадировать вход к тебе. Если я не сдохну раньше. Что я буду делать здесь? А я через окно зайду к тебе. А там окно, оно уже забаррикадировано, кстати. Ага. И я пытался через него выйти. Стас, не сука, нет, говно. Иди, иди, стерва. Ты так забаррикадировал, а как сам-то войдешь? Через окно, я же тебе говорю, через окно. Блядь. Так оно закрыто же, ёпта. А раньше нельзя было сказать, блядь? Ну, конечно, Женя внятно сказал, только что я не смог из него выйти. Ладно, ладно, хуй с тобой. Его можно разрушить. Ты учти, что мы играем утро, блядь, уже. Вот уже мозги. Какое-то хуёвое утро, блядь. Не задалось такое. Форзете, блядь. Блядь, надо было забаррикадировать внутри, наверное. Они бы не выбежали. Вы в Clearview же, да? Да. Окей, бегу. Так а мы вряд ли уже, блядь, доживём просто до рассвета, ёпта. Слушай, а может просто перезайти? Ты меня тут что, а, кстати, да, баррикада пропала, Алекс, нормально. Можете перезайти, видимо, они этот разбегутся все. Может, просто перезайдем и все? Да-да-да, кстати. Давай, Алекс. Давайте перезайдем все. Давайте. По маркеру. Это я со стороны города бегу. Да никого там нет в городе, епт. Я со стороны города бегу. Озеро там есть просто кто-то. Да не сверху, а прямо там вообще, блядь. Прям внутри, блядь. Так, ну что, я сделаю запись уже. Давай. Давай. Ну что, мы продолжаем, короче говоря. Сука, пришлось нам выйти внезапно, да, потому что, блядь, их кое-кто, я не хочу... Слушайте, а в самом деле кто-то в городе отреспаунился? Я же тебе про это говорю. Вот он и говорит, что он отреспаунился в городе, я же тебе говорю. Я зергут, я бегу вот на флажок на желтых. Я зомбаря спанул. Гребаная печалька, блядь. Я забаряться. Это в порядке вещей, нормально. Я уже бегу. Да, это нормик. Бля, ты что сделал? Что нахуй? У меня я с пятью подходом, блядь. Что случилось? Что случилось? Пятящей походкой. Я вышел. Я тебе друзей привел, Алекс, подписчиков на канал. В реке в этой, блядь, в болоте в этом, блядь. Ну я не мог же по-другому, понимаешь? Смотри, охуеть. Это еще мало, это еще мало. Ты охуеешь, блядь, когда увидишь, нахуй. Я даже смотрю. Не-не-не-не-не, они отстают, смотри. Да. Отстают они, да. Нахуй, блядь, маркер желтый, чтобы он, блядь, не стал, где я нахожусь, блядь, где я вообще бегаю. Блядь, идет точно ко мне, блядь, я так и знал. Что, да они отстали, смотри, один хуеплет только. Отстали. Я же тебе говорю, что я все грамотно сделал. Я бежал. Сейчас вот бегу. Меня видите, да? Ну, у тебя еще... Вижу вас, вот-вот-вот, я бегу, прыгаю. У меня есть фонарик, дай-ка его замочу, что ли. У меня ничего нет. Ну что, идем посмотрим на зомбарей. Там около тридцатки было, я честно. И кого-то мы их, блядь, не видели давно. Мы это зайдем, нет, сюда, вот смотрите, вот здесь можно зайти. Вот здесь можно зайти, может, здесь что-то лут какой-то появился. Ну, посмотрим. Я вам друзей хотел привезти, а вы такие злые. На. Пусто, пусто, ничего нету. Пусто. Не могу, а. Где четвертый? Вообще пустота, вот бежит. А что, застрял в России? Застрял? Давайте еще один. Нахуй выстрелим, надо знать, блядь. Снова собрались, да, снова. Блядь. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Блин, я так хотел привезти, там около тридцатки, я еще так много не видел. Ну так ты идешь еще, у тебя еще будет шанс, поверь мне. А, у кого фонарик? Не вот, свети, смотри, это решетка. Же палево охуенно. Просто палево. Палево, но тут кроме зомби... Блядь, смотри, я за решеткой стою, смотри. Не-не-не. Алекс, решетка. Заметь, у меня в руках фонарик, он выглядит, видишь? Буковка F. О-о-о, смотрите, что-то в тачке, чипсы лежат. Что есть? Чипсы охуенно. Чип-чип-чип-дейл. Вам шат.
За решеткой, Алекс. Вон что-то лежит. Где? Хуя, что ли? Кто взял? Что, чипсы? Ну, я взял хачхочинс. Борис, Борис, слева, слева за Борис. Сейчас я его возьму одного. Хочешь, я тебе их выкакаю. Хочешь давай сладких апельсинов? Хочешь? Я убью зомбарей, которые тебе мешают спать. Ну, слушайте, ну Ходорковский же тоже за решеткой сидит. Так, ну это же не смешно, правильно? Мы сидим, как Ходорковский за решеткой, блядь. А, эпично. Это ник такой, да, блядь? Ходорковский за решеткой? Да. Так, мне надо выносливость восстанавливать. У меня практически нулевая. Кушай. У меня ничего нет. Вот зомби ходит, зомби гуляет. Зомби. Блядь, у вас вообще что ли нихуя в руках? У меня вообще ничего нет. О, у меня ваш, мы пустые, я вообще пустой, голый прям. Какая-то скотина. Сейчас я убью, погоди. А кто с молотком-то бегает? Я, а, это я с фонариком. Блядь, а это ты? Японский городовой, ничего нету, а. У меня фонарик есть, если что. Полное бичуганство, а. Говно, ёпта, тут вообще нихера нету. Кто-то уже облутался тут, блять, по самой правильной. Облутался, жив остался. Идем, идем, я знаю, где все есть. Где его, где? Пошать, блядь. А, знаем, где все есть. И сзади зомбарь, блядь, за вами прямо идет, сука, и сейчас один впереди. Я думал, взял. В ногах, блядь. Видим, видим. Блин, о, светает, 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 светло становится. Да похуй на тот свет. Вот что ты? Алекс, убей его, Алекс. Он же видит за мной. Один патрон у меня остался в стволе. Это я, блядь, нахуй застрелиться только могу. Че там, забаррикадировал ебланище. О, смотри, второй этаж, второй этаж. Что-то забаррикадировал, короче. Хуеплетка. А почему какая-то тварь ебаная? Какая-то сволочь забаррикадировалась. Собака. Давай, давай за мной, давай магазинчик. Кто вообще с молотком бегает? Магазинчик Бо, пошли. А с фонарем кто бегает? Че, куда идем? Так, стоп. Давайте к машине. Че, как зрители? Мне почему-то в голову закрыли. Че, как зрители, блядь. Зомби-зомби сагрили. Двух. Трех, блин. Да, блядь, тут там уже пятеро. Так бей, дядь Жень, ты куда? А, Френдли Паук, ебашь их, что ты стоишь? Я, там два зомбаря и один патрон. Соси патрон, блядь. Ебись, блядь. Одного возьму сейчас. Один зомби, ой, три зомби, один патрон, один Алекс. Супер позитив. Бля, а кто убежал, ребят? Ты же позитив, давай. Блядь, что вы делаете, это ебаный свиньи? Я тебя убью. Сейчас я возьму еще. Алекс, гандони его, Алекс. Блин. Гандони его. Я потратил нахуй, блядь, последний пас. Пиздец, что будем делать? Побежали в пост-офис. Ну-ка, у меня выносливости нет. А теперь преклоняйтесь мне. Че, у тебя автомат? Это твои проблемы, да? Куда ты упиздавал? Че, кукан? У тебя автомат, говоришь, что ли? У тебя автомат? С какого хуя? О, yes, today! Че ты кричишь? Что, взял? Японский городовой, бендер. Какой бендер? Забари, бегу. Какой бендер, ёпта? Блин. О, я на танке, на бетере. Бери! Бери! Блять, я нихуя не вижу. Куда бежать, я нихуя не вижу. Сука, ничего не видно, блять, куда бежать? Давайте в пост-офис. Какой нахуй пост-офис? Я сдох, меня убили. Я бегу в пост-офис, я сдох. Я бегу просто без брата. А у меня черный экран, ничего не видел, блядь. Охуеть, какая ржачка.